Стелиши дорога уже не проезжая. Батарейка заканчивается. Мы здесь ненадолго. Проездом грибы есть разные, но они замерзшие, замерзли. Было где-то минус 8, наверное. Вот мы приехали в лес. Телеши. Что это за такое? Что это такое за чудо природы? Сейчас посмотрю. Я такое не узнаю. Ну и ладно, и пусть останется лесу. Там какой-то лесоповал. Лесозавал. Там еще мухомор. Господи, я думаю, это какой-то яркий трутовик. Рядом с поваленными деревьями. А здесь у меня какой грибочек. Сейчас покажу. Вот, батарейка сейчас закончится. И все. Ничего не сниму. Смотрите, ушел в мороз. О, какой гриб. Он, наверное, хороший. Я его возьму. Сбил. Наверное, она ему не понравилась. Может быть, червивая. Такой лес, где бурелом какой-то. И сплошной бурелом. Я туда уже лазить не буду. Все, пойду по хорошему лесу похожу. Я ее специально снимаю с этими красивыми грибочками. Зелененькая. И то хорошо. Красиво. Девочка. Ее сверху и не узнаешь. Она не зелененькая, а серенькая какая-то. Кришневатенькая. Очень милая. И без трафарий. Маугли повезло. Он нашел целую поляну страфарий. Вот такие вот грибочки съедобные. Они не зелененькие, должны бы быть зелененькие, но они бывают разные. Шляпки выцветают. Вот этот зеленее. Красивые грибочки. Они очень вкусные, приятные. И они беленькие, такие желтоватенькие в супчике. Вот. Ой, лес осенний без колибри. Вот их здесь много. Вот такие они. Никому не нужные. Но я их беру. Люди их не очень-то знают. А я знаю и беру сейчас. Грибов других маловато. А эти вкусные грибочки, нежные, красивые. Свой поход заканчиваем. Всем пока-пока. И до встречи.